чувствую, наверное, и радость, и разочарование, потому что покидаю родной клуб. Это разочарование, а радость, двигаюсь вперед. Тяжело, конечно, что-то говорить, когда покидаешь там родной город, родной клуб, любимый стадион и так далее. Конечно, хотел уже сменить обстановку, потому что 5 или 6 лет я уже в этом чемпионате, в этом клубе. Там были небольшие перемены, в рук переходил, но все же всегда мечтал вернуться обратно в «Динамо». Обороны создать. Хорошая передача за спину Филипповичу на ударной позиции. На ударной позиции Сичко и великолепный гол Павла Сичко. Вот это выстрел! Браво, мы говорим, 17-го номера. Атакующий Бахра такой заочно, а здесь надо забивать. Надо ходить вперед! Белоруссия! Не стал чемпионом, обидно, но это все из-за самого себя. Выигрывал трофеи из «Динамо». 2 суперкубка, 2 кубка. Но самые яркие вспышки – это, конечно же, Кубок Беларуси, финал в Гродно. Драматический матч был, можно так сказать, в серии пенальти. На зубах вырвали эту победу, и, конечно же, чуть-чуть повезло. Все-таки серия пенальти была. 11-10, по-моему, выиграли. Самый запоминающийся матч для меня – это вот этот. Конечно же, Кубок Беларуси в Могилеве. В личном плане для меня игра в Лиге Европы в Австрии с Альтахом, когда гол забил, сравнял счет. Белой байки! Есть там апелляции! Клуки Барбеда! Вот они, красавцы! Кубок. Одна, вторая финала. Здесь дома выиграли 2-0, а там 1-0. Это 1-2 кубка, первая, по-моему, игра такая напряженная была. Я не играл во втором матче, там Салиф Бабао вышел, и там чуть не привез. На последних минутах там могли пенальти поставить, но все же случилось так, то, что мы выиграли, эмоции, хоть я не участвовал в этом матче, тоже было непередаваемо. Лига чемпионов, квалификация, Лига Европы, квалификация. Конечно, по антуражу эти матчи, я думаю, собрали бы здесь такой бум в Бресте, если бы было все хорошо там с ковидом и так далее. Но как есть, но все равно это шаг вперед, это новый уровень какой-то был. И с такими, ну, с такими соперниками в таких матчах ты растешь. А запоминающее еще я бы выделил. Первый вызов сборную в 18 или 19 лет. Плюс еще с капитанской повязкой, когда выходил в 19 лет. Тоже эмоции. Не понимал. Я, ну, можно сказать, пацан, и выхожу с капитанской повязкой. Всегда мечтал об этом. И давал тоже импульс какой-то особенный. Очень много хороших игроков было и хороших людей в клубе и в команде. Тройку выбрать, ну, это понятно. Топ-1 это, наверное, Сергей Косляк, хотя я с ним только прошлый сезон, вторую часть сезона поиграл. Ну, как человек за пределами поля и на футбольном поле лидер. Это номер 1. Второе место я бы отдал, может быть, Сане Наёку, потому что лидерские качества плюс за полем человек и юмор. Поэтому тоже, что бы ни случилось, могли проиграть матч. Понятно, вы все расстроены в этот день, а на следующий день некоторые пацаны там приходили грустные и так далее. И Саня какой-то давал толчок, эмоцию какую-то свою вносил в коллектив и там, со смешкой все легче переживалось. Ну, поражение я беру. Ну, третье место я, может быть, отдал Андрею Лебедеву. Это все-таки мой, ну, хороший знакомый, можно сказать, друг. С ним поддерживаю до сих пор связь. И тоже хороший человек, хороший футболист и
я бы ему дал третье. А если брать все вместе взятое, для меня номер один — это Владимир Иванович Журавель, ну, с кем я работал лично. Ну, понятно, Сергей Петрович Ковальчук, потому что, ну, он все сделал, ну, помог мне стать футболистом, можно так выразиться. Хочу выразить свою благодарность всем болельщикам «Динамо Брест», фанатам, всем неравнодушным людям, которые поддерживали меня, поддерживали клуб, помогали расти в футбольном плане и в человеческом. Огромное спасибо. Я буду скучать очень, очень по Брестскому. И надеюсь, в скором времени вернусь в качестве игрока.